нашего турнира. Все те, кто сегодня не побоялся других концертов, не испугался и выбрал наш, тем более, что он бесплатный. Итак, друзья, сегодня у нас последний поединок турнира, первого турнира авторской песни «Рыцари гитары и пера». Сегодня финал. В финал вышли такие замечательные клубы, как клуб, творческое объединение «Вольные стрелки». Поаплодируем их. И в финал вышли легендарный клуб Санкт-Петербургская общественная организация по сохранению и развитию музыкально-поэтической культуры, клуб песни «Восток». Ура! Итак, сегодня по счету 7-й турнир. Мы рады приветствовать всех, кто сегодня в зале. Ну что ж, я приглашаю на сцену команду. Итак, представители ордена Красной Розы, творческое объединение «Вольные стрелки», под ваши аплодисменты прошу вас на сцену. Нас мало, давайте покажем аплодисментами, потому что нас сегодня много. Пусть Генц и Данилов нас услышат. Гитары можно оставить, вы потом к ним вернетесь, не бойтесь. И под продолжающиеся аплодисменты на сцену поднимаются представители ордена «Белые розы», без гитар, естественно, клуб «Песни Восток». Стоп! Итак, ну, по старой сложившейся доброй традиции, которая зародилась еще, я всегда говорил, в 12 веке, но я ошибался, она зародилась раньше, в 10 веке. Так вот, раньше рыцари на таких турнирах приблизительно приветствовали друг друга следующими словами. «Приветствуем доблестных рыцарей из ордена» и называли соответствующий орден. Ну, пожалуйста, «Вольные стрелки» сделайте это. «Вольные стрелки» приветствуем доблестных рыцарей из ордена «Восток». Все как раньше, такими же нестроенными хорами они это сделали. Отлично, друзья. Ну а теперь я попрошу участников, значит, спуститься, вернуться обратно к своим гитарам, а представителей капитанов команд остаться здесь на сцене. Прошу вас. Итак, ну вот наш старый добрый шлем, который побывал во многих творческих поединках, во многих боях тяжелых. Итак, ну что, сейчас мы будем выбирать с вами народное жюри. Кто первый? Такое ощущение, что они указывают на меня. Именно так. Именно так. Так, друзья, а вот сейчас у нас один момент. У нас сегодня многие люди приболели. Вот я попрошу Максима Вострикова, наверное, мне помочь. Да, Максим? Он как раз только что пришел, поэтому ему штрафное за опоздание. Вот там флажки лежат. Да, нужно будет красный и белый флажок вручать человеку. Итак. Ну давайте. Я не знаю. Да что вы такой стеснительный? Вот, бумажка. Две бумажки. Две бумажки. Итак, напоминаю, малая цифра это ряд, большая это место. Я жадный по жизни, ты, Макфель. Так, второй ряд, седьмое место. Второй ряд, седьмое место. Раз, два, три, четыре. Вот. Да, раз, два, три, четыре. То место не считается, оно в проходе. Люди в Голливуде. Отлично. Ага, знаете, знаете, что это их люди. Так. Второй ряд, четвертое место. Второй ряд, четвертое место. Пожалуйста, вот девушка, прекрасная дама. Это судьи. Максим, ты подал флажку, отдаешь? Все. Третье, я четвертое место. Третье, я четвертое место. Но это следом. Вот парень сидит в красной кофте. Красный цвет нас никогда не подводил. Да, тем более, что это представитель ордена Красной Розы. Так, третий ряд, 13-е место. Третий ряд, 13-е место. Но это вот тот господин с фотоаппаратом. С бородой, с фотоаппаратом. Нет, 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 дальше. Да, третий ряд. Володя.